Дорогие друзья, сегодня поговорим о тротуарах. Эта программа для нас крайне важна, учитывая состояние тротуаров в городе Саратове. Они либо у нас разбиты и требуют капитального ремонта, либо их просто нет. А те, которые в нормальном состоянии, их совсем немного. И мы не случайно этот вопрос считаем вместе с вами как приоритетный. Сегодня прошло время, можно подводить промежуточные итоги. 30% выполнено работ по строительству новых тротуаров. И, конечно, можно было бы оценить, как эти работы ведутся. На сегодняшний день нет замечаний, которые мы собираем от общественных советов, экспертов по Кировскому району. Больше всего замечаний по Октябрьскому району. В этой связи еще раз хочется подчеркнуть, что вопрос ремонта, строительства тротуаров – это, безусловно, зона ответственности глав районов. Это не вопрос даже мэра города, глав районов. Мы собирались и об этом говорили. И, конечно, главам района города Саратова нужно этим вопросом заниматься с утра и до ночи. Жить этой проблемой. Думать о том, как будет реализован этот проект. Такая возможность у нас появилась. Средства мы нашли, это ресурсы, привлеченные, дополнительно выделенные, причем, еще раз подчеркну, привлеченные не из федерального бюджета. Поэтому нам крайне важно, чтобы было качество, еще раз качество. И говоря о реализации этой программы, хочу сказать, нет пока понимания, что будет на будущий год. Но есть, если хотите, одно убеждение. Если мы сейчас с вами начнем думать о том, как на будущий год продолжить этот проект. Проанализируем состояние тротуаров, которые не отремонтированы или которых нет. Планируем работу. Скорректируем графики производства работ. У нас все получится. Если мы живем проблемой, мы найдем ее решение. Если вы будете сидеть и ждать с моря погоды, когда эти денежки придут, а потом вы их будете осваивать, так не пойдет. Поэтому надеюсь, что в ближайшие уже несколько месяцев мы завершим реализацию программы текущего года. Затем надо будет подвести итоги, проанализировать ошибки и также сказать об успешных решениях, с тем, чтобы их затем распространить уже в целом на город. После чего спланировать работу на следующий год и искать ресурсы в этом году. До осени нам надо иметь уже четкое понимание, что программа должна быть продолжена на будущий год, объем финансирования ее должен быть не менее 500 миллионов, только это нам дает возможность в течение 4-5 лет завершить программу. А я как-то уже говорил о том, что только мы начинаем решать проблему, у нас после дополнительных расчетов, пересчетов, оказывается, что денег надо больше. Поэтому вот для того, чтобы у нас этот счет был объективным, начните его сейчас. Для того, чтобы уже иметь полное понимание, что мы будем делать на будущий год, какие ресурсы нам необходимо искать и как строить эту работу. Я еще раз хочу подчеркнуть, что крайне важно, чтобы в городе система управления была эффективной. И главы района, отвечая за тротуары, отвечали бы также за озеленение, уборку районов, ну и, конечно, многие другие вопросы.